Добрый день, я Хасай Алиев, ведущий рубрики «Медицина и психология» телеканала «Право ТБ». Я придумал, какую загадку можно задать, чтобы, разгадывая ее, она простая, вы легко поняли, как устроен мир и все взаимоотношения исторические. Да-да. Почему кого-то мы любим, кого-то не любим и так далее. Почему войны, кризисы и так далее. Вот послушайте, у меня есть 4 друга. Я их люблю. По-человечески. Ну, во-первых, что такое человеческая любовь? Это желание понять, готовность понять и помочь, если нужно. Человеческая любовь – это желание понять, и помочь, если нужно. Вот теперь 4 друга, они тоже всем помогают. И вот один из них относится к философии буддизма, другой воспитан в иудаизме, третий воспитан в исламе, четвертый в христианстве. И они воспитаны так в своей философии, что помогают тоже людям. И при этом все работают в финансовой системе. Ну, кто-то в банках, кто-то как. Вот теперь получается, что один воспитан так, что давая в кредит. Ну, когда у него попросят помощи. Он просит с процентом. Но вы сами разберетесь, отгадаете эту загадку. И сразу поймете, почему какие-то философии, религии продвигаются в жизни, захватывают территории, а другие клеймятся. Да. И вы поймете, от чего кризисы и войны. Потому что оказание помощи, а при этом, когда мы эту помощь оказываем с любовью, то есть желанием помочь, с готовностью понять, или желанием получить выгоду. А это же разделяет людей. Ну и посмотрите. Да, друзья. С вами был Хасай Алиев, ведущий рубрику «Психология и медицина» канала ТВ «Право». А я их всех люблю.